Всем доброго вечера, с вами StevPro, и сегодня мы будем проходить карту Outlast в Майнкрафте Pocket Edition. Что ж, как видите, мы появляемся в таком месте, возле вот такой машинки. Как видите, здесь нам уже предлагают почитать правила. Но если не ошибаюсь, из этой машины мы выходили в самом начале и брали нашу камеру. Что ж, ну, вот как видите, там есть следы, но мы сейчас залезем в наш сундук. Здесь у нас автор, правила уже соблюдаю, после чего давайте залезем в наш сундук. Забираем яблоко и факела, я не знаю, зачем нам нужны вообще факела эти, я не знаю, может быть, где-нибудь понадобится, но я точно помню вот эту кабинку. И как раз наш игрок, вот Ласти, проверял камеру над этой, так сказать, кабинкой. Ну, мы точно двигаемся сюда. Ну, довольно прикольно сделан интерьер, или, можно сказать, даже ландшафт. Но, опять же, ну, маленькие недоделки есть. Уже у нас стреляет скелет. Но это уже недоделки не автора, а самого Майнкрафта. То есть, если были бы командные блоки, это все можно было проделать. Но я прочитал там то, что нам придется подниматься вверх. Но это я все помню, потому что я почти до конца прошел весь Outlast. Ну, если честно, я там кое-где застрял. Так, прыгаем. Ну или не застрял, а можно сказать, просто надоело проходить. Так, уже становится страшно. Если честно, я сейчас признаюсь, что я играю ночью. Ну, где-то часов сейчас 9:50. То есть уже, можно сказать, даже реальная ночь. Я надеюсь, что вам все видно, но мне очень плохо видно. Но это и смысл прохождения карты в том, чтобы вам было ужасно. Так, летучая мышь меня очень сильно пугала. Фух, я думал, это был зомби, который пытался взломать нашу дверь. Так, ну, нам пишут, что мы надеемся, что мы сможем пролезть через эту дырочку, ну, или этот проход, и мы пройдем дальше. Если не ошибаюсь, здесь слева как-то потихонечку скрывалась дверь. Да, это было ужасно. Если честно, это в моменте, когда я первый раз играл в Outlast, я очень сильно испугался. Но здесь нам нужно залезть в вентиляцию. Так, с какой стороны нам залезть? Ну, если честно, здесь маленько все не проделано. То есть, если еще маленько посидеть, поработать на этой карте, то можно сделать карту в 1000 раз лучше. То есть, просто нужно проработать ландшафт. Ну, это все же очень прекрасно сделано. Никто не пытался перенести карту в Outlast. Ну, вот этот парнишка смог и сделал что-то похожее на Outlast. Но сразу первое примечание, что вот этот, так сказать, выход проходил точно не так. Он сразу выходил, ну, короче, он был с другой стороны. Наверное, многие меня поймут, про что я сейчас говорю. Вот это довольно тоже страшная дверь, потому что, когда первый раз играл в Outlast, меня здесь напугал довольно сильный крик. Ну и этот крик разносился, можно сказать, парнишке, который резко выскочил с потолка, я не знаю, как это еще сказать, но это было довольно страшно. Если не ошибаюсь, это у нас была библиотека. Ну и здесь тоже нас ждал страх, к примеру, мы здесь лезли, и нас кинул какой-то толстяк. Ну, здесь нам пишут, что у нас нет выходов, и мы прыгаем вниз. Что ж, я слышу зомби. Да, где-то рядом я прям точно слышу зомби, но, если честно, мне карту очень-очень, так сказать, не страшно, ой, не сложно, а страшно играть, потому что ночью играть в эту карту — это довольно страшно. Ну и, наверное, многие могли бы посмотреть эту карту ночью, и вот вам тоже было бы страшно, в том числе, если вы играли бы в эту карту. Ведь очень много зомби, которые готовы вас есть прямо сейчас. И вот из-за этого становится очень страшно. Но, если честно, броня нам сейчас очень пригодится. Потому что, если что, то мы не умрем. Но, к сожалению, опять же, как я сказал, командных блоков нет, поэтому сохранения на этой карте нет. Если вы умрете, то вы начнете с самого начала. Поэтому играть, можно сказать, карты без каких-то там команд уже неинтересно. Ну что ж, это я тоже помню. Здесь вроде сидели люди, которые смотрели телевизор. И там был еще чел на инвалидной коляске, который неожиданно выскочил и должен был напугать нас. А мы должны были мышкой его, как, так сказать, отпугнуть. Ну что ж, получается, на этом карта наша будет закончена, потому что дальше играть мне уже страшно. Подвал — это очень страшно и очень долго. Ну что ж, ведь карта довольно интересная, так что вы можете скачать ее и пройти сами. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.